Братишка, давайте выпьем. Поздравляем вас. За вас, за нас. Поздравляем. Как говорится, за Шымкент, за Техас. Одним бокалом, как говорится, за всех, за нас. За Шымкент, за Техас. Отец, за вас. О, точно. Отец. Да, разговор один. Базар, братишка наш, молодец. Ай, молодец. Братишка, вы вообще молодец. Ай! Ай, ты что? Саке! Саке! Зачем такое делаешь? Зачем такое делаешь, Саке? Зачем? Мы же отдыхаем нормально. Чего ты? Чего радуетесь-то? Чего говорите про Техас? Это дурак-то, блин! Зачем такое говоришь-то? Зачем говоришь? Я тебя спрашиваю, зачем ты тешку одеваешь? Эй, кто? Саке, я не поняла, что ты про Шымкент сказал? А мне не нравится. Мне не нравится здесь, в Шымкенте. Поняла? Вообще не нравится. Поняла-то? Поняла-то, дура-то? Саке, зачем такое говорить? Ты тебя обил? Нас-саган-то, бля! Эй, иди нахрен! Саке! Что тебе в Шымкенте не нравится? Я тебя спрашиваю, что тебе не нравится-то? Саке, я не поняла, что ты про Шымкент сказал? Я тебе, знаешь, что я хочу сказать? Ты. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Мне не нравится ты. Ты мне не нравишься! Ты не нравишься мне! Поняла, ты дура, бля! Ты сволочь! Про Шымкент больше так никто не говорит. Понятно, да? Спасибо большое.